Мы хотели бы обратить внимание на знаменитый эпизод сватовства Владимира к Рогнеде, сосредоточившись по преимуществу на реплике Рогнеды «Не хочу разуть Яробичича, но Ярополка хочу». Я прошу показать вот эту цитату, если можно. Оговорюсь сразу же, что неизменно памятуя об установленных, а заодно и неустановленных литературных и мифопоэтических параллелях и реминисценциях ко всему сюжету в целом, говорить о них сегодня я не буду, а попытаюсь вместо этого рассмотреть летописный текст как фиксацию реального диалога и в определенном смысле реального юридического казуса. Если мы осмелились вступить на почву юриспруденции, то нам придется доказать, что, с одной стороны, эти сомнительные, полученные не из первых рук и много лет спустя после событий показания, могут претендовать хотя бы на какую-то достоверность. И, с другой стороны, что они по существу имеют отношение к интересующему нас делу и потому заслуживают быть принятыми во внимание в ходе исследовательского разбирательства. Каков же правовой, а не сугубо бытовой или символический подтекст ситуации? Рогнеда, дочь мигранта в первом поколении, отвергая Владимира, должна была бы, скорее всего, мыслить правовыми категориями, актуальными для ее прежней родины. У нас тем больше оснований для такого утверждения, что и гораздо позже в праве, сложившемся в Древней Руси, скандинавы, варяг или кто ин, по-прежнему выделяются в обособленную группу. Кроме того, специальная пояснительная ремарка летописца, как кажется, лишний раз подчеркивает отсутствие культурной адаптированности полоцкого княжеского дома. «И посла ко Рогволоду Полоцку, глаголя «хочу паять черь твою собе жене», он же речи от чери своей «хочешь ли за Владимира?» Оно же речи «не хочу разуть Яробичича, но Ярополка хочу», «бебо Рогволд пришел из-за моря, имяша власть свою в Полоцке». Мы могли бы немедленно справиться с дошедшими до нас записанными скандинавскими памятниками права, благо они, как известно, сохраняют внушительный пласт автохтонной архаики, и Яробичичи, дети, рожденные от рабы, них упоминаются неоднократно. Могли бы мы заглянуть и в пространную редакцию «Русской правды», однако допустимость таких шагов сама по себе тоже требует аргументации. В самом деле, Рогнеда и Владимир в ту пору находятся еще в предхристианском правовом пространстве, а письменная фиксация и кодификация скандинавских законов происходит более полутора веков спустя после крещения полуострова. Вопросы же брака и легитимности происхождения детей настолько небезразличны для церкви, особенно в новообращенных землях, что всякая записанная тогда норма, сколь бы архаичной она ни казалась, неизбежно вызывает подозрение в, так сказать, примеси церковного взгляда и не может служить источником сведений о языческом праве, прежде чем будет от этих подозрений очищено. Счастливым образом в нашем распоряжении есть материал, позволяющий куда более надежно заглянуть в X век и отыскать там правовой казус, который может служить объяснительной параллелью к словам Рогнеды и к тому, что за этими словами последовало. Речь идет о семейной ситуации старшего современника Владимира и Рогнеды, знаменитом исландском скальде Эгиле сыне Грима Лысого, ситуация, которая была описана и разъяснена им самим. Эгиль, как это водилось у язычников, хотя он и принял в свое время оглашение, но так и не был крещен, взял в жены вдову своего брата. Через некоторое время на их недавней родине, в Норвегии, а Эгиль, напомним, тоже потомок мигранта в первом поколении, как и Рогнеда, так вот, в Норвегии умер его тесть. По-видимому, все оставшееся в Норвегии имущество было присвоено единокровной сестрой Эгилевой жены и ее мужем, на том основании, что жена Эгиля, Асгерд, будто бы была рождена от рабыни. Вообще-то в этой истории нам известно довольно много подробностей, но покамест мы запрещаем себе к ним апеллировать, поскольку об этих подробностях мы знаем из прозаического текста саги об Эгиле, записанной в 13 столетии, а потому ограничимся исключительно стихотворным свидетельством X века, которое Эгиль сочинил сам. Номер 2, пожалуйста. Эгиль произнес вису, ну, не знаю, есть ли нужда ее зачитывать, шип-шипа, то есть мужчина, видимо, Энунд, объявил мою
повозку потока рога, то есть женщину, рожденную от рабыни. Этот Энунд обреваем своей алчностью. Потрясатель штыря, то есть воин, мужчина, видимо, Энунд, скорее, чем конунг. Я женат на Норне Булавке, то есть на женщине, рожденной наследовать. Это верифицируемо клятвой. Принимая же знатный родум, то есть, по-видимому, в данном случае он обращается к конунгу, незамедлительные готовые клятвы. Таким образом, и Эгиль, сын лысого Грима, и его оппонент Берг Энунд, сын Торгейра Шипноги, в качестве презумпции равным образом принимают, что та из единокровных сестер, которая рождена от рабыни, не имеет права наследовать после своего отца. Спор идет лишь о том, была ли мать Асгард рабыней. Это, в свою очередь, означает, что в X веке в Скандинавии в самом деле, а не только по нашим выкладкам и архаизирующим правовым реконструкциям, существовало и, что не менее важно, применялась на практике норма, согласно которой дети рабыни могли быть полностью исключены из наследования своему отцу. Теперь, вооружившись этим хронологически аутентичным знанием, мы вправе со всей возможной осторожностью заглянуть в письменные правовые тексты, а заодно и в родовые саги, повествующие о X веке, но зафиксированные, подчеркну еще раз, гораздо позже. Однако уже и сейчас юридическая мотивировка отказа Рагнеда становится очевиднее. Она отвергает Владимира не потому, что он младше и хуже Ярополка, не потому, что его мать абстрактно менее знатна, но потому, что, будучи рабичичем, он, согласно скандинавскому обычному праву, не является наследником родового имущества ни первого, ни второго порядка. Дальнейшее погружение летописной истории в скандинавский контекст позволит нам лучше оценить, сколь всеобъемлющей в глазах Рагнеда была эта его пораженность в родовых правах. Так, с давних пор в русской историографии ведется спор о том, кем был дед Владимира с материнской стороны. Мы, конечно, сейчас не станем вступать в обсуждение, касающееся, например, достоверности ее происхождения от князя Мала. Мы попытаемся продемонстрировать, что в скандинавской перспективе это в сущности не имело юридического значения, если речь идет об отцовских землях, так сказать, постмортем. С осторожностью препарируя саговый материал, мы увидим, кем были матери рабичичи, или как они называются в источниках, амбатерсонар. Словом «амбат» могла обозначаться как, собственно, рабыня, так и в более широком смысле служанка, что, кстати говоря, в определенном смысле соответствует слову «ключница». Все это в совокупности создавало на скандинавской почве, уже в христианскую, конечно, эпоху, пространство и для литературных, и для правовых манипуляций. При этом, насколько можно судить по сагам, в эпоху внешней экспансии и внутренних распрь, правовой статус такого рода рабынь-служанок задавался отнюдь не их низким происхождением. Их дети не имели права наследовать отцу из-за вполне конкретного события в жизни своих матерей, а вовсе не из-за их недостаточной родовитости. Что мы знаем с вами о теще Эгиля? Она была дочерью свободного и богатого норвежского бонда, ровней соседа ее мужа. Весь спор о праве ее детей на наследство строится вокруг того, был ли заключен между ее отцом и семьей ее мужа подобающий договор с приданым, или она была уведена отчасти обманом, отчасти силой, как пленница. В последнем-то случае ее дети считались детьми рабыни, не имеющими права на наследство. У нас есть по меньшей мере еще два саговых эпизода, повествующих о событиях X века, которые построены вокруг сходных правовых коллизий. Я говорю сразу, что скальдическими стихами они не подкреплены, а значит занимают несколько иное место на нашей шкале достоверности. Так, матерью Олова Павлина из саги о людях из Лососей долины была Мелькорка, которую сага называет дочерью ирландского короля, попавшей в плен к викингам и проданной в рабство. Номер три, пожалуйста. История Мелькорки и ее сына Олова снабжает нас весьма существенными данными о том, как велико и сколь малы были возможности отца по отношению к своим детям от рабыни, и в какой мере знатное происхождение матери рабыни могло то приобретать, то утрачивать актуальность. Пока отец жив, он вполне может выделить и отдать рабе и рабичичу некую часть своих земельных владений, отпустив их на волю. Но распоряжаясь относительно имущества на пороге смерти, он не вправе оставить рабичичу наследство никакой родовой недвижимости без одобрения и согласия всех своих законных детей.
Достаточно несогласия кого-то одного из сыновей, предсмертное желание отца теряет силу, как это случилось с Хёскульдом на смертном Андре. Вот тут Хёскульд покупает себе рабыню Мелькорку, и там фигурирует Гилли русский, который продает ее. А если перейти к номеру 4, то вы увидите эпизод, связанный с тем, как Хёскульд попытался оставить своему любимому небрачному сыну хоть какое-то наследство. Но это вызвало возражение со стороны законных сыновей. Со всей очевидностью это происходит потому, что законодательная норма такого наследования не предполагает, а у завещателя уже не будет ни авторитетных, ни авторитарных средств контроля за судьбой имущества. Если судить по этой саге, то законная часть, которой отец при желании, но отнюдь не по обязанности, может наделить рабичи, составляет всего 12 эйреров. В случае с Оловом любящий отец обманул своих законных отпрысков, отдав Олову Павлину самую престижную часть своих сокровищ – подарки конунга, а заодно и завещав свою удачу и удачу своих родичей. Повторимся, однако, что никакая любовь Хёскульда и знатное происхождение Мелькорки не давали возможности Рабичичу получить наследство, отцовскую землю, родовое имущество. Не менее любопытна для нас, конечно, история сватовства Олова Павлина, в определенной своей части полностью воспроизводящая схему летописного сюжета о Рагнеде и Владимире. Это номер 5. Отец невесты, как и Рогвалд, не отказывает такому жениху, но передает дело на усмотрение дочери. Она же заявляет отцу, а этот отец никто иной, как уже знакомый нам Эгильсон Грима Лысого. «Я слышала, как ты говорил, что любишь меня больше, чем других своих детей, но теперь мне думается, что это неправда, раз ты хочешь выдать меня замуж за сына рабыни. Пусть он и красив, и превосходит всех». Никакие доводы Эгеля о том, что род Мелькорки, вообще говоря, превосходит по знатности их собственной, на девушку не действует, и это неудивительно. Знатность происхождения матери и даже тот факт, что теперь-то она свободна и, вообще говоря, даже успела выйти замуж за другого человека, никоим образом не отменяет ее статуса рабыни на момент рождения этого сына. Дальше события развивались куда более благополучно, чем история Рагнеды, потому что Олову удалось повидаться с девушкой и понравиться ей не только своим остроумием, но и не в последнюю очередь благодаря щегольскому наряду и дорогим украшениям, подаренным ему конунгами, в том числе и дедом с материнской стороны. Однако, помимо всего прочего, чрезвычайно важную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что Рабище не просто был признан своим отцом, но тот весьма активно помогал сыну в его матримониальной затее и переговоры с родичами невесты взял на себя. Предельную же ущербность таких сыновей в наследовании после смерти отца можно увидеть и в третьем из интересующих нас саговых эпизодов, о котором я буду говорить существенно меньше, поскольку в нем, на мой взгляд, в большей мере сказалось модифицирующее влияние эпохи записи саг 12-13 веков. Это позднейшее выравнивание сказывается, в частности, в некоем смещении статуса детей-наложницы и детей-рабыни, характерном для права, подвергшегося влиянию церкви. Здесь сыновья-наложницы, женщина, с которой была сыграна, по выражению саги, неполная свадьба, отчасти приравниваются к сыновьям-рабыни в праве наследования своему отцу, хотя их мать именуется не Амбат, рабыня, а Фрилла, наложница. Речь идет о людях, называемых сыновьями Хильдери, то есть матронимом они отчеству, Харики и Хрёрики, это номер 6. При всей терминологической противоречивости этой истории ясно одно, что их единокровный брат после смерти отца выставил их вместе с матерью из дома и лишил какого бы то ни было участия в наследовании отцовского имущества, обосновывая это тем, что их мать подверглась насилию, и именно так, а не по договору, вошла в дом их общего отца. Утверждение это, кстати, судя по саге, было лживым. Для нас существенно, однако, что когда этот брат умирает, все это отцовское наследство переходит по его воле в руки совершенно постороннего для их рода лица, Торольва, родного дяди Эгельского Гримсона. Оказывается таким образом, что дети от женщины, захваченной насильно, не считаются естественными наследниками родового имущества, даже если их легитимный брат погибает и кровных родичей кроме них не остается. Сколь не огорчены Харек и Хрёрик, возможности напрямую преломить такое положение дел правовая норма им очевидным образом не дает. Это вот видно из номера, из диалога, который разыгрывается в примере номер 7. Обратим внимание, что все указанные
конфликтные ситуации так или иначе связаны с Эгилем Скалагримсоном. В одном случае речь идет о теще, о его теще и жене, в другом – о зяте и матери этого зятя, соответственно, тогда как в третьем – об истории, в которую вовлечен его дядя по отцу, Торольф, оказавшийся наследником имущества из чужого рода. Совпадение этому не стоит придавать слишком большого значения. Скорее всего, оно попросту позволяет увидеть, что в X столетии такие юридические казусы случались достаточно часто, и в родовом мире были делом, что называется, житейским, а в том, что касается индивидуальной биографии, вполне преодолимым. Только вот преодоление это могло осуществляться каким угодно путем, но никак не прямым наследованием отцовской земли. Итак, в том, что касается ответа Владимиру, летописный образ Рагнеда целиком и полностью соответствует юридическому облику девушки, живущей и действующей в рамках скандинавского права X века. Если учесть, что рассказ о сватовстве включен в летописи в более широкий контекст истории об усобице Святославичей, борьбе за отцовское наследство, реплика Рагнеда означает, что она отвергает того, кто, согласно скандинавскому праву, не будет считаться законным наследником, как бы ни повернулось дело. Напомню, что стихотворение Эгеля, в аутентичности которого вроде бы не приходится сомневаться, это ровно та самая луковка, которая позволяет вытянуть происхождение всех наших историй из эпохи записи текстов в языческие времена, описываемых в них событий, в период, непосредственно предшествующий крещению Скандинавии и Руси. При этом тянуть мы стараемся осторожно, не прихватывая с собой слишком много живописных деталей и нерешенных текстологических проблем. В самом деле, в истории Владимира и Рагнеда мы до сих пор оперировали тем голым минимумом, который является общим для обеих летописных версий рассказа, той, что помещена под 980 годом, и той дополнительной, более развернутой, которую мы находим в лаврентьевской летописи под годом 1128. На то, какая из них первична, а какая вторична, существуют довольно разные, довольно многоступенчато обоснованные воззрения. При этом, как известно, ответные действия Владимира представлены в двух этих версиях с очень разной степенью подробности и хронологической длительности. Если рассматривать их в перспективе скандинавского правового контекста X века, то общим для краткого и пространного летописных рассказов является то, что Рагнеда оказалась во власти Владимира как пленница путем насилия, а не договора. Иначе говоря, она и ее будущее потомство обречены на тот самый статус, который Рагнеда в своем отказе приписала Владимиру и его матери. Если мы позволим себе на минуту заглянуть туда, куда вроде бы обещали не заглядывать, то увидим, что в пространной версии лаврентьевской летописи под 1128 годом эта правовая линия развертывается очень последовательно. Так Рагнеду нарекают рабичицей, и это, естественно, не просто брончливый ответ на ее оскорбительную реплику в жанре «сама дура», а констатация нового положения и статуса ее будущих детей. Много позже, не поладив с Рагнедой, Владимир выделяет и отстраивает ей и их общему сыну Изяславу некое обособленное владение, прежде находившееся, по-видимому, в землях Изяславова деда по матери, с тем, чтобы после смерти отца этот сын уже не мог, несмотря на свое возможное старшинство, претендовать на долю земельного наследства. Иначе говоря, все разворачивается примерно в том же русле, что и история Мелькорки и Олова Павлина, которым отец Олова Хёскульд при размолвке с Мелькоркой выделил жилище и землю, но ничего из земельного имущества не смог завещать ему на смертном одре. Или отчасти в истории Харика и Хрёрика, которые не могли наследовать отцу, но получили имущество своего богатого деда по матери. Однако, несмотря на всю вот эту вот выгодность для нас такого развития сюжета в пространном рассказе 1128 года, в свете сегодняшнего доклада я как раз не стал бы им особенно увлекаться. На мой взгляд, здесь практически невозможно отделить интересующую нас правовую, пресловутую литературную близость летописного текста и саговых повествований. Составитель летописи позволяет себе явные внутритекстовые противоречия, как бы забывая, например, что не только Изяслав, отделенный с матерью в Полоцкую землю, является сыном Рагнеда и Рогволжим внуком, но и родословный его литературного антагониста Ярослава, по показаниям самой же летописи, выглядит точно так же. Изяслав и Ярослав не только единокровные, но и единоутробные полные братья. Скорее всего, отношения между Владимиром и Рагнедой и их сыновьями были устроены куда сложнее, а составитель новеллы 1128 года несколько спрямил их, руководствуясь готовыми образцами, в частности, может быть, даже и саговыми описаниями правовых коллизий.
Поэтому требования достоверности и аутентичности все же вынуждают нас оставаться в рамках некоторого минимума, общего для всех летописных версий. Захватил Полоцк, убил отца и мать Рогнеды, а саму ее пая жене. Спасибо. Тем, что эта коллизия интересовала автора этой саги, а не тем, что они действительно настолько чисты были в десятом веке. Значит, вопрос заключается в том, принадлежит ли это, так сказать, сфере эпохи записи саг, и было ли так в действительности в десятом веке, да? Проще, то есть, да. Во-первых, не все в саге об Эгеле. Есть сага о людях из Лососей долины. Есть и другие саги, где такие правовые схемы явно обсуждаются, просто они требуют гораздо большего. Мне было бы трудно уместиться в доклад, чтобы все их рассмотреть. Сага об Эгеле не единственный эпизод, который привлекает внимание к таким правовым коллизиям. И для меня все-таки чрезвычайно важным остается то, что эта правовая коллизия очень лапидарно и лаконично изложена в «Висе Эгеля». У меня такой короткий вопрос, вы вкратце вначале упомянули, все-таки вот вы сказали, например, задатируете рассказы скандинавских саг, там, поэтическое произведение Скальда, а вот русские источники, собственно говоря, вот сообщения по 1980 году, по 1928 году, когда они с вашей точки зрения записаны, как можно датировать? Нет, конечно, они записаны по довольно... Нет, понятно, что они записаны достаточно поздно. А почему понятно? В данном случае я не проводил никакого совершенно летописеведческого расследования, хотя соглашусь, что оно необходимо. Совсем не факт, извините, что может так быть, что известие 1628 года не так уж позже, чем... Так считал, если я правильно помню, Шахматов, который вообще считал основным, а тот короткий рассказ он считал дополнительным. Да, я согласен с вами, что это требует обсуждения. Я как раз от этого обсуждения уклонялся и уклоняюсь, поскольку у меня просто на этот счет нету таких ясных воззрений, какие есть относительно саг. То есть, что же получается, это продолжение того, что данного вопроса. Одно дело, если летописец воспроизводил какую-то устную традицию, которая эта формула «не хочу разводить Рабитича», вот так окаменелась, такая сохранилась. Да. И летописец, в общем-то, не обязан был... Вникать, да. Какой-то подтекст под эти же слова существует. И совсем другое, что дело, если он, значит, вот... вполне сознательно развивает этот контекст, то есть он для него существует как актуальный. Как актуальный контекст, да. В начале 12 века или там в конце 11-го, я не знаю. Вот как это выглядит с вашей точки зрения? Я бы так сказал, что я начинал свое построение с того, с чего начали вы, с того, что летописец воспроизводит некий устный рассказ, где эта формула... Просто рассказ. И он его воспроизводит. Но заканчивал я свое построение как раз тем, чем закончили вы. То есть у меня как-то все больше появляется ощущение, что для него был актуален контекст правовых коллизий, саговых правовых коллизий. С вашей точки зрения, что эта норма была более-менее действенна? Эта норма, несомненно, была действенна в XII веке. В Скандинавии вовсе. Да.
Но на Руси мы находим ее в пространной редакции «Русской правды», где сказано, что Робби и дети не могут наследовать отцу. Так что в каком-то смысле это норма. Я надеюсь, что это, вот в следующем докладе этой норме коснется Анна Феликсовна. При всем том, что при всех воззрениях на пространную редакцию, предположим, что значит... Вот... Почему я так придираюсь к этому? Потому что гностическая практика... Да. Речь о князьях идет. Да, до этого никакого. Я согласен. Я с этим согласен совершенно. Моя задача была куда более узкая. Моя задача была показать или очертить возможную перспективу Рогнеду, не разобравшейся в ситуации. А можете подробнее сказать, о чем разница между правовым статусом наложницы и рабыни? И где она сфиксирована, собственно, каких? Она зафиксирована, да, в правовых источниках, она, сам статус в правовых источниках практически никак не оговаривается, как вещь, видимо, разница между этими статусами. Значит, вопрос очень интересный, требующий большого рассуждения, но, по-видимому, скажу только, что отношение наложничества, институт наложничества вообще вещь часто договорная, как правило, договорная. И не только в Скандинавии. Тогда как любая знатная женщина могла стать в одночасье рабыней, подвергшись насилию, будучи захвачена в плен, собственно, то, что произошло с Мелькоркой. В праве эти статусы не оговариваются то ли ввиду очевидности, то ли просто право не на этом сосредоточено. Но вот что оговаривается, это различные статусы потомства от таких союзов. Одно дело... сын наложницы, и другое дело – сын рабыни. И вот в «Сером гусе» попросту сказано, что сын рабыни не может наследовать отцу. Про сыновей наложницы с ними дело обстоит иначе, потому что существуют разные градации этих сыновей наложницы, зачатые в тайне, зачатые публично, без какого-либо выплачивания приданого и так далее. Есть разные нюансы, но сын рабыни в этом смысле довольно определенен. То есть женщина, захваченная в военном походе, она рабыня? Да, несомненно так, да. Вопрос, вот я не помню откуда, но почему-то у меня в памяти запало, что вот сам этот обряд, который обозначает заключение брачного союза, собственно, даже сам брачный союз, мужа, он вроде славянский. Он совсем не только славянский, просто есть, естественно, что ища объяснение этой формуле, в первую очередь обратились к этнографическому славянскому материалу, и некие ответы там нашли. В действительности, это, конечно, разувание жениха, это отнюдь не только славянская вещь. Вплоть до идиоматических вещей я сейчас не возьмусь воспроизвести, но во французском языке 18 и начала 19 века «разуть жениха» означало, это такая устойчивая идиома, которая несколько ироническая, но устойчивая идиома. То есть это, в общем, довольно повсеместная вещь, по-видимому, универсалия. В Скандинавии нет прямых, в текстах нет прямых указаний, что и вот после этого она разула своего жениха, и они стали мужем и женой. Ничего таких, к сожалению, слов нету, но на гораздо более позднем материале, скажем, материале 18-19 века, известно, что это была часть свадебного обряда, да. Ну, просто получается, что если мы видим норму в пространной русской правде о детях рабыни, если мы, допустим, в славянской традиции фольклоре фиксируем тоже вот этот обряд, связанный с браком, то стоит вопрос, а идет ли речь, собственно, о германизме, скандинавизме? Вопрос встает. Единственное, что те свидетельства, которые у нас есть, они все-таки раньше пространной редакции «Русской правды». И таких этнографических данных, которые немножко вне хронологии, потому что есть презумпция, что свадебный обряд сохранил черты архаические, но все-таки нельзя этого утверждать со 100%. Это не письменный текст, на который можно отослать. В странной редакции говорится, что не могут наследовать при отсутствии завещания.
по завещанию все что угодно может сделать. Ну, это просто уже более развитое состояние. Да, но я готов привести цитат. Ну, или это сделает Анна Феликсовна. Там есть разночтение с матерью или смертью. Вот. Это именно в случае отсутствия завещания. Угу. Ну, хорошо, учту.